Маля, перестань. Какой красивый лед. Как лед может быть таким красивым? Hello, everybody, dance. Dance. Нет, я хотела сказать здравствуйте, мои дорогие зрители. Я год уже не выкладывала ничего. Ну как не выкладывала? Ты вот его недавно выложила. Мы находимся в Финляндии, в городе Лапинранто. Лапинранто. Я не могу проговорить нормально. Тут написано вот Лапинранто. Если кому интересно, это граница с Россией и с Финляндией. И меня сначала не хотели пропускать, но потом пропустили. И теперь я нахожусь в Финляндии. И здесь очень живописно. Вообще мы собираемся поехать через всю Европу почти, включая Португалию. Ну, это же Европа, Португалия. Я забыла. Португалия. Италия и еще всякие страны. Так что будет очень много видосов. Lost in the woods, on the dust, and the fairies found me. And they led the way, they cleared the way to my home. All the hurt, all the pain under the skin. Идем пешком до аэропорта. Аэропорта. Идем пешком. Впервые в жизни иду пешком, потому что там всего лишь 22 километра, показала на Google. И мы решили пройти. Вместо того, чтобы платить 11 евро. Вот. Класс. Так, мы дошли. Вот он. Маленький. Хороший. Аэропорт. Сказать, что мы в Милане на ладошке. Да, привет. Не только яички, но и попа. Камеди шоу просто.